Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч в финале. На экране состав команд. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Обратите внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч в финале. На экране состав команд. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Обратите внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч в финале. На экране состав команд. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Обратите внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч в финале. На экране состав команд. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Обратите внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине. Мяч покинул центр поля, и главный матч Лиги Европы стартовал. Теперь у нас впереди как минимум 90 минут и футбол от лучших клубов этого турнира. Райан Донг. Де Йонг. Потери и мяч у соперника. Гарри Мендеш Родригеш. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Это офсайд, атака закончена.